Добрый день, меня зовут Мирошниченко Наталья, и сегодня я хотела представить вашему вниманию дизайн ногтей. Сегодня это будет зимняя роспись. В принципе, приступаем. Начинаем, как всегда, с дезинфекции рук своих и клиентов. У нас подготовлены нарощенные френч, которые мы перекрываем основой для ногтей. Для нашей росписи нам понадобятся краски черная и белая. Нам понадобится серая краска. Для этого мы смешаем белый и черный цвет, что нам даст серый оттенок. Приступаем непосредственно к рисованию. Дальше мы рисуем снежинки. Дальше на влажный закрепитель мы наносим бульонки и слегка притрушиваем глиттерной пудрой. Наш дизайн готов, его осталось перекрыть закрепителем и смазать кутикулу маслом.